Нарушителей не наказывать. Прокуратура края предлагает отменить половину статей закона об административных правонарушениях. Впервые об этом заявил прокурор Михаил Савчин в эфире программы «После новостей». По мнению надзорного органа, эти статьи противоречат федеральным законам. Прокуратура предлагает не наказывать за выгул домашних животных, не штрафовать за несанкционированный выброс мусора, а также не карать перевозчиков за нарушение правил. Инициативу уже обсудили депутаты законодательного собрания за круглым столом и высказались резко против. Такие поправки приведут к правовому произволу, считают депутаты, потому что в законе исчезнут наказания за самые распространенные правонарушения. Между тем, в Краевом управлении Министерства юстиции признали, эти краевые нормы действительно противоречат федеральным. Наверное, в связи с этим депутаты приняли компромиссное решение. Они рекомендовали сессии парламента направить законопроект прокуратуре на доработку.